Так, для тех, кто смотрит в записи, уважаемые, где камера? А, вот. Для истории. Благодаря нашему замечательному специалисту по стрим-сервису, Ильдару, у меня в руках оказался шлем VR с Sony PlayStation прошкой. И он очень хотел, чтобы я постримил, пострадал в Resident Evil 7. Собственно, сегодня будет первая трансляция как раз с VR. Для тех, кто не пробовал, рекомендую там у друга, у кого-нибудь, у знакомого в торговых центрах, хотя бы, чтобы представлять, что это такое, желательно сразу на ужастике на каком-нибудь. Если коротко, ощущения абсолютно не те, что вы смотрите на экране, абсолютно не то, что вы смотрите там на плазме, неважно. То есть для вас это будет картинка довольно-таки посредственная, стандартная графика, но как только вы одеваете шлем, ваш мозг начинает верить очень сильно тому, что происходит. Казалось бы, достаточно мыльные стандартные текстуры, которые там мы наблюдали во многих играх, становятся мега реалистичными. Обстановка, происходящая вокруг, там, и благодаря звуку объемному, ты очень быстро погружаешься во все это дело. Я человек, в общем-то, ну, играл несколько в хорроры, особо не переживаю, но поверьте, долго играть в Resident Evil в VR достаточно сложно. Мы играли в офисе в демку с VR, и неподготовленному человеку больше 15 минут довольно сложно там провести. Из-за того, что там тебе поворачиваться неудобно, начинает голова кружиться, страшно банально. Вот, поэтому сегодняшняя трансляция будет не такая длинная, готовьтесь к этому. Я морально просто готовлюсь. И моя реакция на то, что происходит на экране, для вас это вообще как бы, ну, ерунда. Что там, для меня это будет страшновато. Поэтому надеваем и надеюсь, что все у нас пройдет гладко. Ох ты ж, ежик. Да. Ой, наушники еще. Да, звуки тут тоже, конечно. Прощайте, пацаны. New game. Легкий, как обычно. Как обычно. А, там, может быть, было больше, чем два уровня сложности. Кстати, вполне вероятно. Ух ты ж, ежик. Hey, baby. Здравствуй, родная. Ой, какая ты. Приятно. I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Bye. Ой. Так, слышно и видно, хорошо? Ethan. Хорошо. You were right. Что такое? I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this. I must be dead now. Я стрим. Stay away. А-а-а. Не приезжает, говорит, если ты это видишь. Ну что, приятно познакомиться, меня зовут Итан. У меня есть жена, которая уехала нянчиться с кем-то там. Ей не терпелось вернуться домой. Hey, it's Ethan. Сейчас... Oh, hey. Вот так вот. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. И он поехал yeah, на бас. No, I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how. But she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Блоки 7 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Субтитры плохо видно. Читай все в сумме. А, понял, хорошо. Да, субтитры мелковаты, на самом деле.
Короче, у него жена пропала 3 года назад, ее не было, да, и тут она объявилась, ну, видимо, без вести пропавшей числилась. Он позвонил другу, или ему друг позвонил. Ё-моё, это я? Воу, это моя рука. Так, ребят, я постараюсь плавно действовать. Донат я очень плохо слышу. This is the place. Это здесь. Добрый день. Идти, ну я пошел. Я пошел, ребятушки. Графика реально убогая, но ты смотришь на это, и ты веришь вообще. Ты веришь, потому что ну, твой мозг верит. Ты, может быть, и не хочешь верить, но тебя-то кто спрашивает? Ощущение, повторю, непередаваемое. Что там? Проверьте поставленную задачу. Это на что мне тыкать? Сюда, что ли? Нет? Ну я ж... Блин. Ну, нет у меня задачи, видимо, поставленной. И если вдруг я буду кричать, как маленькая девочка, ребятушки, знаете... Так, туда можно сходить. Но ворота закрыты. Знаете, вы бы кричали еще пронзительней, ну басы. Да, дверь закрыта явно. Я понял. Нужны, ну, по металлу что-нибудь такое, или, ну да, ломик может какой. GG.axe активировал премиум на ваш канал. Так, я еле-еле слышу там сообщения системные, поэтому простите, если что. Бег, L3, оп, а, L3 вот так вот бег. Хорошо, я понял тебя. Ёшки-матрёшки. Так, штатив от видеокамеры. Тут у нас минивенчик. Там открыт проход. Да, если уже предупреждали перед началом игры, ну, когда ты калибруешь, собственно, VR, что может быть головокружение, особенно если ты рядом с какими-то объектами, стенами там и прочее. Помню, когда мы в демку играли, как раз, что там, аллигаторы в канализации 19-18 серия, предлагаемый проект, прокрадитесь в луизианский дом с привидениями. Окей, написано сверху, красным или кровью. Можно его как-то посмотреть? Что? Join us, присоединяйтесь. Окей. Так, а можно ли как-то со стороны багажника зайти сюда? У нас здесь что-то есть. Нет, дальше не пройти. Так, а сиденья водителя нет. Вот, когда вблизи находишься, голова, конечно, очень крутится с непривычки. Надо как-то привыкать. Прими ее дар. Accept her gift. Так, ну ок. Дар. Так, ребят, сейчас я на секунду сниму. В чатике напишите, пожалуйста, все ли хорошо со звуком, с картинкой, чтобы я спокойно уже продолжил. А то дальше будет только... Напишите, пожалуйста. Ну... Ок, норм, все отлично. Хорошо, все. Ну, я снова. Так, только надо, наверное, чуть поглубже еще. Ой, вот так вот. Тут еще от того, как ты наденешь очки, зависит, ну, во многом зависит тоже и наличие просветов снизу, и резкость изображения. Все, конечно, лучше заранее настраивать. Ну, у меня все... Ой, ё-моё, здравствуйте. А может, побежим на него сразу же? Блин. Ну, тут был мужик. Он как ни в чем не бывало, просто прошел мимо. Звуки и музыка, безусловно, в игре будут создавать, помогать создавать вот эту вот атмосферу тревожную, гнетущую. Карканье ворон. Когда он появился, был такой еще музыкальный... Активировал премиум на ваш канал. И это только начало, блин.
Твою налево, вот они вороны. От циркулярочки тут висит и гора. Гора. В смысле, это чье? Это олень? Так, окей. Ну каких-то животных ноги это определенно. Присесть R3. Это я могу. Серьезно? Вот так вот через кат-сцену. Ну, в смысле, через такую перебивочку. Ладно. Так, помним, что позади оставили закрытые ворота. Интересно, через кусты, вот там, где что-то виднеется, вряд ли можно пройти, да? Да. Так что идем мы пока линейно по туда, куда ведут. А тут уже мертвые вороны, как мы видим. И какой-то туман или от костра, или костер, похоже. Да, тут кострище. Свежий совсем. А вот и дом. Назад дороги не будет, поехали. Ой, мои руки. Так, окей. Да, Евгения, ты лучше не отвлекай. И лучше не подходи ко мне резко. И я все равно тебя не слышу, так что не отвлекай меня. Водительское удостоверение. Дадон активировал премиум на ваш канал. Матрешки. Мне послышалось, или кто-то сзади бегал? Это листва так шумит наверху. Так, а каким образом посмотреть то, что есть у нас? Это быстрый выбор, судя по всему. Так, это понятно. Это блок, видимо, какой-то. Я сейчас только что... А, вот. Что у нас есть? Сообщение. Сообщение еще разок посмотрим. О, ничего так. Мое лицо скрыто. Письмо, конвертик. Делвиштадт, ферма Бейкеров. Приходи за мной. Какого черта? Почему приходи за мной? Может, письмо не она написала? Потому что она же в своем видео говорила совсем другое. Может быть... Да, видимо, так оно и есть. Ее водительское, собственно, удостоверение. Можно как-то поближе, а? Нет? Нельзя, видимо. Жалко. Да. Ну, хрен с тобой. Ладно, зато я разобрался, что можно инвентарь кнопкой... треугольничком, кажется, вызывать. Значит, ферма Бейкеров, говорите, да? Для фермы как-то очень, очень странное место, потому что вокруг лес, а ферма подразумевает какую-то... активировал премиум на ваш канал. Какие-то... какое-то место под, не знаю, там, скот или... Или выращивание, поля какие-то, не знаю. Но тут все явно в запустении, как видите. Заросло, стекол нет. Главный герой иногда так дышит. Тяжело, прям как я. Так, и если вам кажется, что я иногда начинаю говорить какую-то чушь, просто поймите, что мне гораздо комфортнее разговаривать при всем при этом с самим собой. Так я чувствую, не чувствую себя... Ёпрыц это. Не чувствую себя таким одиноким. Ё-моё. Да вы серьезно? Вот прям реально туда? Слушай, Итан, ты... Я, конечно, понимаю, но ты, может, ты мобилу достанешь, фонарик какой? Дебил. Приезжать непонятно куда без эквипмента – это такой провал просто. Где Макаров? Где калаш? Где фонарик? Каска с этой... С... О, ребята, если вдруг вам... Короче, с Богом. А, у тебя фонарик есть. Молодец, что там. Еще бы ты пушку достал, реально. Я так порадовался за тебя. С пушкой-то вообще, какие зомби? Никто не страшен.
Ой, как я верю в это, а? Как я в это верю? Для тех, кто недавно присоединился, ребятушки, у нас первый стрим по VR. Я в VR не в первый раз. В офисе у нас все-таки благодаря Эльдару VR-чик был, и Rush for Blood прошли, и в демку играли вот этого самого Resident Evil. Но недолго, во-первых. Вот, но на стриме я впервые. Да, понятно. Нет, это место я помню. Это как раз из демки. По крайней мере, этот дом начало. Вот, то, что вы видите на экране, оно абсолютно не соответствует по эффекту тому, что я вижу в очках, уверяю. То есть со стороны, мы тоже как бы проверяли в переговорочке, один садится, надевает шлем, все остальные стоят и смотрят, ржут над ним, как он... ну, они смотрят на плазму, они над ним ржут. Потому что, ну что тут такого страшного? Вообще ничего, мы же смотрим, нормально все. Так, а что тут нужно? Тут ключ, видимо, закрытый, да? Вот, но когда ты надеваешь шлемак, все становится... Твою мать, сказал он. Мне попросили субтитры озвучивать. Все становится гораздо более реалистичным. Какой дебил запекает ворон. И после этого не ест еще. Так. Поэтому повторюсь, если у вас есть там знакомый, возможность там потестить, рекомендую. Просто очень рекомендую. Не, ну это я уже видел. Мы в демке в это, повторюсь, играли. У меня даже есть план. Так. Не работает. Проеч 14 поддержал ваш канал на сумму Support. 100 рублей Секунду. И сообщает: привет, не бойся, привет. Мы с тобой. Если что, всегда есть ФФА. Я прошу прощения, мне довольно плохо слышно то, что происходит. Я чуть-чуть сейчас колонки. Блин, где они там? Ай, где колонка? Ага, вот она. Сделаю чуть погромче, потому что микрофон вроде особо не ловит. Саппорт, ну ладно. Так, это типа сохраниться можно, да? Давайте сохранимся. Сохранение дает определенную психологическую такую... подкрепление, что ли, да? Кассета, здрасте. Видеозапись заброшенного дома. В конце концов, это всего лишь игра, Михаил. Совсем не страшно. Локи7 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Привет. Тест громкости саппорта. Сейчас, если что, сообщите, если громко, что я от микрофона сейчас подальше, чем обычно. Для того, чтобы... Так, ну там ничего, да? Голова кружится, если кружится вот тут. Если вокруг... Да, это я помню. Это какая-то полураздетая непонятная дама, силуэт какого-то чувака и ее ноги, видимо, ноги дамы, отсутствующий предохранитель, фонок. Ну зачем, ну кто так закрывает фортепиано?
Локи 7 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Локи, что такое? Читай подписи на обратной стороне фоток. А-а-а. А, ничего так. Да-да-да, там же было у нас уже. А-а-а. Сам читай, ну бас. Ладно, работаем. Кассета. Блин, как... какой же все реалистичный. Так, сейчас перенесу немножко, мне кажется, я... Да. Где-то откопал этого? Отвали, Пит. Я работаю только с профи. И, кстати, позаботься, чтобы в этот раз со звуком все было хорошо. Это будет как тогда вам... Хватит, два гребаных года. Вот еще. Не успеваю читать. Новичок? Что-то мне не нравится. И опять за свое. Просто не удивляюсь, если придется искать замену. Новый план. Сейчас осмотрим дом изнутри, а потом уже снимем вступление. Как мы всегда так делаем. Кстати, не забудь упомянуть название шоу. Без проблем. Сегодня в ужасах канализации вас ждет очередная сраная развалюха. Доволен. Плешу от счастья. Руки. Are we rolling? Ну что, мотор? Right, let's go. Ладно, поехали. Что такое? Get out of the way. Отойди. It's locked. Заперто. After you. Ну, бас, после вас. So, why are зачем мы в этот раз в этот раз сунулись? Ты что, совсем не подготовился? А зачем? Хреновый дом, жуткие звуки. О, тут призраки. Твою мать, я, между прочим, был телеведущим. Помощником ты был, а не ведущим. Что ты сказал? Ничего, ничего. Посвяти меня, Андрей. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Сабы можно уже не читать. Теперь все хорошо, не читаю. Активировал премиум на ваш канал. Кванти, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Я не могу пройти за ним. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Че тупим? Andre! Он туда ушел. Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unbelievable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Получаем непередаваемое впечатление. Главное, Миша, ничего не бойся, мы с тобой. Ага. Тебе хорошо там сидеть, блин. А я ни хрена вокруг не вижу, кроме вот того, что... What the fuck was that? Did you hear that? Я слышал. Слушай, я бы на этом этапе сразу смотрел. Ой, ёпарес, это... И музыка. Слышите звуки какие? Пошли. Скрипящая дверь, эхо вокруг. Такой... Андрей, where are you, man? Объёмный очень пошел звук. Гнетущий. Твою налево. What the hell? You gotta be fucking kidding me. Ну ясно. All right, new deal. Дебил. We find Andre and we go. I mean, fuck this show.
Это ошибка, друг. Вот как приходит людям в голову мысли, вот все, сейчас вот только один шаг вперед, и я увольняюсь. Или, ребята, давайте разделимся. Вот, зачем? Куда ты лезешь? С фонариком. Я первый? Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Да ты гонишь. Ты его не охренел? Сказал бы прямо, я ссу. А он мне рассказывает про то, что план хочет, чтобы я снял. Вот козлина, а. Блин. Не забываем, что это всего лишь видеозапись. С удовольствием. Иди нафиг. А деньги твои я потрачу лучше, чем ты. Ох, спасибо. Так, они, значит, зашли вон туда вот, да, там открыли. Открыли, да? Открыли. Никаких предметов нет вообще, кроме видеокассеты. Вы знаете, я, пожалуй, еще осмотрюсь. Я просто хочу, как бы... Там еще дверь одна была. Нужен предохранитель, ориентировочный ключ. Штука, которая цепь способна разрезать. Так, вот дверь. А, вот так даже, да? Как я не хочу туда уходить, а? Как я не хочу туда уходить? Кстати, в демке было по-другому все. Здесь были вот эти вот штуки висели, какие-то фигурки. Ой, голова кружится, если резко двигаться. Так, дыши глубже. Дыши. О, более 20 человек пропали без вести за 2 года. Реализм. Вот, например, газету я не это самое не осмотрел первый раз, когда проходил. На полку не смотрел. Ее открыть вообще нельзя. Похоже, мне нужно спускаться, а назад я уже не выйду, получается. Не выйду. Да, в Денке было вообще все по-другому. В доме тут уже была жесть, тут были уже трупы, кровь, кишки и прочее.
Так, что это? Звук был откуда? Вот, бутылка. Слушайте. Ладно, пойдемте в подвал. Что, судя по всему... Сейчас больше делать нечем. Так. О, картина. Похоже, это владельцы. Семья, 4 человека. Милейшего вида отец, милейшего. Улыбающаяся мать. И 2 мальчика, судя по всему. Опять звуки непонятно откуда. Добрый Варвар активировал премиум на ваш канал. Спасибо, ребят. Конечно, за все. Тот самый подвал. Тот самый подвал. Тихо. Да ты! Дурак. Дурак, да? Так, ребята, сразу учу, как надо. Если вы спускаетесь по лестнице, в прочности которой не уверены, каждую из ног ставите вот в самом углу, вот там вот, где вот начало с этой... Не по центру, а вот прям вот по этим штукам. А руками держитесь за боковые тоже палки. Только дебилы спускаются, опираясь на центр вот этой вот ступеньки. Не будьте дебилы. Там свет. Не будьте, говорю, дебилами, как этот главный герой Итан. Американцы ни хрена не знают. Адекватный бы человек для начала взял бы с собой огнестрел, отправляясь в неизвестное место, разыскивая пропавшую жену. Ой, дебил. Ой, ёпрсоте. Ой. Ягор Килл поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Миша, привет. Привет. Помни, что это все нереально. Ага. Все это виртуальная реальность. Ага. Но если тебя убьют в игре, то в реальности ты тоже. Конец. Добрый, добрый. Так, проходим. Что это за бульки? Вода такая, что не видно низги тут. Это... Стремновато. Конечно же, стремновато, друзья. Тихо! А, ерунда какая. Ёпрсоте. Более 20 человек пропало за 2 года. Тут, блин, профили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Как раз человек 20, если ориентироваться по фотографиям. Совпадение? Не думаю. А может, мы здесь и жену свою найдем? Не узнаю ее. Причем по двое иногда вон. Пропадали. Давай.
Итан. Иди уже. У них нехилый подвалец. Твою мать. Давай, только сама еще закройся. О, нарики. Хотя, возможно, шприцы использовались для... Ножницы, кажется. Что это? Dead. Turned. Turned. Turned — это завербован или как? Преобраз... Turned. Перевернут. Я не знаю, это буквально. Есть. Полторез. С этим мы сможем... открыть холодильник. Мать. Так звуки вообще. Тебя просто заставляют. Здесь что есть? Заставляют оборачиваться просто. А тут похоже. Да ладно, жёнышка что ли? Хорош! Мужик. Живая вроде. Mia, well, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? Я же говорил, не приехал. You shouldn't be here. Зря ты сюда пришел. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Dad? We need to go now. Ёшки-матрёшки. Папочка возвращается. Дед, ну, видимо, да, глава семьи. Ладно, вдвоём уже прикольнее. Прикольнее было, если бы вместо жены был калаш. Someplace safe. You gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Шаман подчеркивание 7 поддержал ваш канал на сумму 50 рублей и сообщает. Господи, what they doing? Not now. Он за спиной. We need to get out of here. Просто беги вперед. Действитель поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает. Так, ребята, не надо. Ё-моё! А они тут отрывались. Да погоди, тут может лут есть. Ой, жена. We have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Я буду задом идти. Ничего не знаю. А может, ты тоже туда полезешь? Такой ты слоупок. Потерял жену из виду. There. It's there.
все не кончится. This is it. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. Так, не психуй. We're gonna be a family. Now that you're here. Что? There's another door here. I'm sure of it. И давно ты сидишь на этой дряни? Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Мама Мия. Так, что бы я сделал? Что бы я сделал? Что бы я сделал? Блин, я пришел сюда с огнестрелом. И 2-0. Или и 001. Не, восклицательный знак там. После нулей. Какая же игрушка. Мия? Да, вот и дверь. Да, я, наверное, смотреть должен был. Стой, погоди, погоди. Там ты мог оставить что-то важное. Вторую игрушку, в частности, надо посмотреть. Жена подождет. Нет, ничего вроде. Ох. Я уже немножко взмок. Дыши глубже. Так, подъем наверх. Лампочки, ничего, да? Поднимаемся из подвала. Я иду, собака. Так, хорошо. Мы снова в доме. Алло, милиция? Ребят, реально, у меня руки потные все уже. Карта гостевого домика. Открыть карту. Да как? Как? Что это за кнопка? Кнопок-то осталось-то не так много. Как? А, вот, надо левее нажимать. Так, понятно, гостевой домик, 1Э, гостиная, скрытый коридор, склад хранилищ, блам-блам-блам, этажи, цокольный, первый, второй, третий, переключение по этажам, чердачок, второй этаж, да, второй этаж, это по лестнице мы забирались туда, на чердаке не были в принципе, первый этаж были везде. А подвал? Подвал тоже полностью прошли. Ладно. Осматривайся внимательно. Горный. Аптечка. У-ху! Как использовать? Очень просто. Закрывает раны и ускоряет регенерацию клеток. Часто частично восстанавливает здоровье. Еще одна аптечка. Значит, меня будут бить. Войдите. Как же? Как же стрёмно-то вообще? Это только начало, Михаил. Справа стук. Стук справа. Я пойду открывать. Глупость, Миша, глупость. Если бы была жена, она бы сказала. А тут закрыто.
Выбора у тебя нет. Ну, бас. Так, если дали аптечки... то, скорее всего, сейчас уже... Вот это логика, конечно, капец. Загоняют человека в коридор, откуда нет выхода. В дверь стучит непонятно кто, ты вынужден вернуться. Потому что другого выхода реально у тебя нет в данный момент. И ты возвращаешься. Ты, мать твою, возвращаешься, потому что у тебя нет выбора. И пошли звуки работать опять. Тяжелое дыхание. Какое-то сдавленное. Родная, все в порядке у тебя? Тихо! Что делать? Сопротивляться, Р2! Мия, погоди! Нифига себе! Родная! Толь! Может, аптечку уже выжрать, а? Мия, что это такое вообще? I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. What the fuck are you, Mia? Это аптечка! На! Атакуй! Док! Док! Да защищайся руками! Прости меня. Топор возьми. Хорошо. Ощущения непередаваемые. Повторюсь, если у вас есть возможность сходить к другу, потестить VR, или приехать к нам в офис в Белгороде. Кто из Белгорода? Обязательно, ребят, это непередаваемое ощущение. Графон со стороны убогий. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Через чердак. Go there. Now. Ну я понял тебя. Дважды повторять не нужно. Если сказали, как можно выбраться, я поехал. Так, был же нож. Был же нож? Был нож. Локи 7 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Соточка. Да, Паш. Да, привет. Спрятался за микрофоном. Да? Ой, я съехал. Секунду.
Да ты теряешь ощущение, ну, ты не знаешь, в какую сторону ты направлен, потому что ты постоянно двигаешься, и камеру двигаешь, и да, мне нужно как-то... А стул у меня еще такой, что все, я вроде прямо сижу. Так, был нож. Был нож, был топор. А вот топор, трупа нет, топор есть. Мия. What? Мия? А? Да ежешь. С топором. Так, блок, и хопа. Контратака, парируешь. Все, сейчас как в Dark Souls пройдем все и все. Какие проблемы? Вообще никаких проблем. Изи. Я и топор. Так, вот эти вот тоже следы крови на стенах, они к добру. Так, нам еще на чердак. Но прежде чем идти туда, надо еще разок осмотреть. Может, что появилось. На скидку здесь ничего. Может, конечно, дальше там есть предохранители. Как не было, так и нет. Блин, они издеваются. Да, еще довольно сложно тут долгое время проводить. С непривычки. Я из Белгорода. Куда? Когда ехать? Да. Но если серьезно, то мы, конечно, нормальным пацанам можем организовать экскурсию. Мы обитаем на улице Свободной, дом 5. Но офис закрыт, так что только встречать. Так что связывайтесь напрямую. Там, через почту, например. И изъявляйте. Да вашу ж дивизию! Любой звук заставляет, просто заставляет тебя обернуться. Это прекрасный инструмент манипулирования игроком. Потому что ты не можешь не повернуться. Ну, если ты... Так, это все. Все это было уже. Я на всякий случай прохожу, вдруг я что пропустил. А еще потому что мне не очень хочется прям сразу бежать туда, куда говорят. Ладно. Так. Вход на чердак через эту лестницу. Альдамакс активировал премиум на ваш канал. Вот она лестница. Она не работает, пока у нас нет предохранителя. То есть нам нужно с вами для начала найти предохранитель. Или переставить его из одного места в другое. То есть с той коробки. Меня смущает то, что я аптечку выжрал. Вот здесь свет есть. То есть реально может переставить один предохранитель вместо другого. Да, потухнет свет в части помещений, но зато... Как здесь я заходил сюда второй раз? Нет, эти штуки убивать. Кажется, нельзя там ничего делать такого. То есть придется снова спускаться в этот. А, стоп, у меня же это появилось. Чё я туплю? Я ж могу холодильник открыть. У меня ж появилась возможность резать кусачками этими цепь. А, и, кстати, очень хорошо, что я чат не читаю, потому что спойлеры. Баньте, пожалуйста, за спойлеры все равно. Просто, чтобы не портить ощущения другим. Можно применить, да? Да, вот он, предохранитель. Предохранитель. Окей. О, наша женушка, иди-ка сюда, родная. Не договорили. Не договорили мы с тобой. Подруга дней моих суровых.
научиться блокировать, жрать аптечки, бить, стрелять, уворачиваться, перекатываться, парировать. Так, готово. А, блин, да ты сука! Что за спиной у тебя? Что в руке? Я вижу, что ты держишь за спиной что-то. Опять 25, но пёрточки, да? Не надо было жениться. What? Откуда ты умеешь штильтом-то пользоваться? Что делать? Это аптечки не залечишь. Блин. Оставлю на память. Блин, без руки-то не весело вообще. Ребята, ну реально, дважды подумайте перед тем, как жениться. Дважды подумайте. Чердак. 3,5, блин, помещения. Топором я уже ничего не могу сделать. Что? Пистолетные патроны и пистолет? Да ладно! Аптечка. Да, давай, залей. Залей руку. Она не отрастет, правда. Так, пистолет. Надо учиться стрелять. Окей. Okay. Fine. Ладно. L2, L1, L2. О, можно целиться этим. Ой, халява! Уху! Изейше, темнейше. Даже удобнее, чем на джойстике. Ты можешь целиться в... Ой, вообще! Меня не остановить. Однорукий бандит. Называйте меня отныне именно так. Перезаряжаться неудобно будет. Интересно, как он будет перезаряжаться? Надо пушку между ног ставить. Видимо, или затвор зубами передергивать. Да, зубами, скорее всего. Нет, откуда ты? Как ты будешь? Как ты будешь об... Кто закрывает эту дверь? Брока поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Привет. Голова не кружится. Кружится. Или вы там все уже привыкли? Не, я играл достаточно мало. Я играл в Rush for Blood, но там другой эффект. Ты там едешь просто на тележке, стреляешь вокруг. Там, то есть там нет такого эффекта головокружения в принципе. Потому что ты как бы стоишь на месте, только головой вертишь. А тут ты вот эти вот повороты больше всего стенок, они непривычны. Так, прицелился, выстрелил. 7 патронов, да? 7 из 5. Что за... Добрый вечер. Так, вижу еще патроны. Манекены, стулья. 7 из 12. А как перезаряжаться? Так, у тебя, значит, топор сюда, это сюда. Сменить активный предмет. А, нет, топор-то можно юзать. То есть надо попробовать топором ящики. Ящики жмочатся топором. Я помню по нашей замечательной демочке. Мне кажется, я опять перекосился.
Круши, ломай. Руби манекены. Ну-ка. Так, окей, хорошо. Ну, пока ты не рубишь ничего, не это самое, лучше с пистолетом. Опа! Ой, зачем? Идиот. Слишком вжился в роль. Так, ну хорошо, перезарядка-то как? Автоматически после? Наверное, автоматически после. Все руки потные. Ха-ха! Меня не остановить! О! Да кто их закрывает? Блин! Кто закрывает эти двери? О, их наверх. Так, давай-ка сначала мы попробуем выйти отсюда. Ой! Ай! Ой, я понял тебя. Постреляем, скотина! Хедшотики, хедшотики! Перезарядить. Перезаряжай! Сама ты... Да нет! Беги! Беги! Михаил, беги! Я прицела просто не вижу иногда. Нет! Твою мать! Беги! Почином. Смотрите, главная проблема заключается в том, что я не видел перекрестий, поэтому иногда не стрелял. Мне опасно подать, сделать все возможное, чтобы остановить. Окей. Надо ее катить, короче. Катить, стрелять. Перезарядка на Окей, файн. Но с топором на нее лезть не стоит вообще. Прицелиться травать, я понял тебя. Надо приноровиться. Да я вроде нормально, а хоп, прицел пропадает, и ты не знаешь, стоит ли тебе стрелять, не стоит. Патроны ограничены. И как бы стрёмно просто в молоко. Я вроде пару раз промазал таким образом, и все. Вообще надо от нее убегать. А могу ли я назад бежать? Не могу я туда зайти, только вперед, ребят, только вперед. Вовремя. I am responsible. Беги! На, хрен тебе! А? Раскачено? Ой, мимо. Мимо опять. Беги! Ребята, не женитесь. Если... Все, родная, успокоилась. Давай топориком помогу. Скотина. Как она с бензопилой-то разобралась, а? Не так просто. А ты, конечно, бензопилу взять не можешь, да? Так, нормально. Перезарядка есть. Наверх мы не уйдем уже никак. Ачивочка.
Нифига себе, он довольно мощный мужик. Одной рукой тело тащит, второй несет второе тело. Как бы даже одного человека за ноги волоком тащить. Come on. Тяжеловато. Don't die on us now. You have work to do. Так, что от меня хотят? Ладошки потные. Так, пацаны, все нормально там? Я не хочу шлем снимать, чтобы не говорили, что я там слабак, перерывы делаю. О, приятно. Просто донатом кто-нибудь скажите, все ли хорошо. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb some bitch wasn't no good if it hit him. Okay. Чё, все ответили. His boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Да я с удовольствием. Что ты сделаешь? Психованная. Да-да-да. Мне понравилось. За что? Не надо. God damn it! I'll bet it's that cop again. Goddamn pigs! I'm coming back for you. No, 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 no. Клёвая рубашка. Бабуль, ну как, здоровье? Нормально все у тебя? Я немножко пошалю. Отлично. Топор у меня есть? Хрен тебе. Осматривайся, Михаил. Время у тебя не так много. Так, пила. Ага, веревка, ошейник. Под сумму налог, понятно. Сколько там 500 баксов? Это за что? А, за ошейников 20 штук. То есть 20 трупов, в смысле 20 жертв, 20 ошейников. Ты поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Соточка. Так. Незаметный байт на донат. Все хорошо. Все хорошо. Спасибо большое. Главное, что у вас все хорошо, а то я тут... Так, мужчина, 30-39 лет, тощий суп гумбо. Видимо, это рецепты какие-то. Женщина, мясистая, жаркое. Отлично! Что это у нас тут? Травы. Видимо, аптечку можно из них сделать или что-то еще. Осматриваемся. Внимательно. Опачки, любопытно. Так, там спуск. Мне кажется, спуск без возможности вернуться. Поэтому я бы сначала посмотрел, что еще не в этих комнатах, а в комнате, которая была напротив. Бабуля, ты же меня не сдашь? Ну? Спасибо. Так, что? Там кто-то у нас, блин, двери просто кто-то открывает в этом. Надо сказать своим, чтобы не шумели, капец. Открытая бездна. Так, без вести пропавшие 3 видеоблогера. Ой, ну это нормально. Власти штата просят помочь найти 3 мужчин, которые 9 числа этого месяца приехали вокруг пропали без вести. Пропавшие Питер Уолкин, Андре Ститкланг, Кланси Дэвис, троица выкладывают свои видеозаписи в интернет. А, это те, которые видеозаписи мы смотрели. Все они отправились в Далвич, чтобы снять видео для нового проекта. Они обычно снимают заброшенные здания. Заброшенные здания. Так, аудиосистема. Оп, 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 оп,
Оп-оп-оп-па. Патроны. Патроны не зря вернулся. Не зря вернулся, но патроны без пистолета, к сожалению. К сожалению. Не... Стоп, а это что такое? Да, открытая бездна. Что, собственно, я брал уже эту штуку. Здесь у нас ничего. Время-то, господи, какое. Ужинаем, да? 10-15. Ну да, хоть и окна занавешены. Нет, вот там вот окна не занавешены. Сейчас вечер. Ночь-то, точнее уже. Темная ночь. Короче, я разговариваю больше для того, чтобы не сильно переживать. И шучу нелепо тоже. Иногда исключительно из-за этого. Сначала туда вернемся. Вот за стеной же. Дверь убрал. Ой, это не открою. Он идет. Я слышу. Я вижу его. Беги! Ребята! Нет! Так, думай, Михаил. Да твою мать! Так, спокойно. Значит, что ты помнишь? Тебе надо смотреть подвал. То, что... Так он смотрит в окно, да? По этому коридору. Идет за тобой. Ты некоторое время можешь... Короче, в этот коридор можно попробовать пробежать. Каким-то макаром спрятаться. Короче, ты триггеришь его. Триггеришь его. Если не будете, если будете прятаться в темных местах, не будете шуметь, Джек вряд ли вас найдет. Понятно. Темные места, шуметь. О! Да. Блин, я что-то взмок уже. Еще сильнее. Так, смотрите, ситуация какая. Значит, здесь у нас... Да, вот где можно спрятаться. Видимо, вот здесь можно спрятаться. Ну, такое палевное место для прятания. Во время бега очень голова кружится. То есть, как раз там вестибулярный начинает хреново работать. Это закрыто, не открыто-то никак. Тут нужно тоже что-то... Там замок или что? Биологист активировал премиум на ваш канал. Ну, я вижу там... Да, там замок. Поташнивает даже немного. Надо двери открыть в этот, на балкон. Сейчас я жену позову. Женечка! Женечка! Интересно, сколько я играю по времени. Блин, так жарко. Надо снять, наверное, этот.
Неужели никого дома нет? Ладно. У меня такое ощущение, что просто не хватает воздуха. Ну, скорее всего, да, тут уже душно стало. Мне нужно больше кислорода. Так, идем за пулями. Я допускаю, что во время каких-нибудь там побегов я найду, или после найду, пистолет. А патронов мне не хватит для того, чтобы его забрать. Так, помним, что мы триггерили его справа. То есть выходим сейчас сюда. Помним про то, что сзади типа можно спрятаться. Попробуем, по крайней мере. Здесь, кажется, было еще что-то. А, вот. Тоже закрыто, ключ нужен. Хрупкая. Ударить чем-нибудь сломать. Гараж. А может, он ее сломает, кстати. Если мы его сюда закатим. Он же там вроде бьет сплэшем, там рубит все налево-направо. Так, щиток, замотанный лентой. Которую нельзя сорвать рукой. Изоленту, которую нельзя сорвать рукой? Вы издеваетесь. Так, ну тут тупик. Получается, что я должен его на себя выманивать и либо бежать в тот коридор, сделав, например, кружок. Либо, например, заставить его как-то сплэшем, да, убить. В любом случае, мне надо его... А, и подъем наверх. Его сейчас нужно снова... Да, тут можно даже круг сделать, получается, да? Да, можно круг сделать. Раз, два, три. Эта дверь, интересно, открывается. Он должен быть здесь. Или он ходит? Да, нет, он скриптовый. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, я еще криво сижу, так я развернулся тоже. Иди сюда, друг. Я тут. А, блин! Да, слышите, он с задержкой, но бьет. Да, блин! Вернуться туда. Через эту дыру уже пройти. Видимо, дальше. Что там? Ключ. Да твою мать! Да-ка что ты делаешь? Темные места, спрятаться. Ой, провал. Защищайся. Беги, Михаил. Темные места. Ключ. Да. Ключ. Понятно, пора что. Да я не вижу, блин. Ключ нужен в трех местах. В трех местах нужен ключ. Попробуй для начала к нему спрятаться. В том месте, где ты был. Добрый вечер! Так, это явно не темное место. Так, возвращаемся, попробуем ключ использовать в эту дверь. Давай, раз, два. Нет замочных скважин! Здесь вообще? Where the hell you think you're going to, son? I can smell you.
say, once family, always family. Блин! Твою мать! Да. Ну, кажется, я от него сейчас не спрячусь уже. Да, это маловероятно. Так, могу бы открыть что-нибудь. Так, шкатулка была где? Шкатулка была где? Где? Здесь, кажется, справа. Нет, это не то. Здесь тоже была лента. Ну, ёпперсет. Не надо, дед. Беги! Так, шкатулка. Шкаф был. Вот это вот было. Ну, нельзя открыть. Что еще? Этот же был. Спуск вниз же замочной скважины был. Как неудобно бегать с этим L3. Да блин! Короче, надо сначала его увести. Потом спрятаться, потом вернуться и проверить там, потому что больше... Да твою мать! Беги, Михаил, беги. Просто беги. Don't you go anywhere. Как голова крутится. Come out, wherever you are! Так, то есть я прохожу. Прохожу и сразу влево. Нет, не сразу влево, он там ходит, мы это видел. Надо присматриваться, где он там. Какая грязь, ребята! Так непривычно ко мне. The way out, you know. Закрой! Ушел.
Так, вспоминаю, что там еще было. Изолента. Изолентой перевязана коробка, которая дверь ориентировочно открывает. Есть еще необходимость в ключе в дверь. Пистолет необходимо найти. Чем-то разрушить ящик. То есть топор, пистолет. Топор, пистолет. Фух, блин. Всем, конечно, добрый вечер, ребятушки. Меня тут... Так, газонокосилка, может быть. Древние монеты. Я очень рад, что вы ржете там с меня. Еще раз повторю, что то, что вы видите на экране, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что какие ощущения испытываешь, наблюдая это в очках. Потому что ты реально веришь в то, что вокруг. По крайней мере, может быть, ты осознаешь, что это все не настоящее, но твой мозг. Так, запись. Он как бы... Его дурит, в общем. Его реально дурит. А он потом тебя дурит. Так, карта главного дома, отлично. Карта главного дома. Ага. Карта файлы. Кухня-кладовка. Комната отдыха. Есть еще второй этаж. А, вот, смотрите. Извините. Значит, выход в гараж не был исследован. Там как раз нужно что-то, что изолентой сбивается. Вон есть замочная скважина еще под шкатулку. Сейчас мы находимся в прачечной, там есть какой-то ящик. Центральный зал открывается ключом. На втором этаже нас ждет ванная, детская комната бабушки, комната отдыха. То есть 4 комнаты наверху у нас. Задача — выберитесь из дома. Так, тут есть ящики. Что это? Эпоксид. Так, и травы. Объединить предметы. Список рецептов. Ага, аптечку можно сделать. Травы и эпоксид. Хорошо. Нужно научиться это все интуитивно и быстро делать. Ну, хотя заранее лучше крафтить, конечно, но тем не менее. Так, в этом... Давайте здесь, не знаю, калашников... А, это мой... Видимо, это мой стэш, да? Видимо, типа сундука, короче. Да. Перенести в быстрый доступ можно. Ясно. Осматриваемся. Что есть? Как же они воняют, носки. Носки, грязные, вонючие. Нет, грязные, потные, рваные, вонючие в оригинале. Пиво испорченное. Вроде бы все. Нет, не все. Что это? Коробка явно с чем-то внутри. Да, стоит открыть. Отмычка. Отмычка у нас, соответственно... Отмычка. Позволяет скрывать простые замки, не отличается прочностью. Это, видимо... А, ну и ясно. Are you fucking kidding me? Это P
первый этаж все еще. Да, телефон звонит. Так, во-первых, отмычки можно попробовать отпереть. Тут все разгромлено. Вот эту штуку. Получилось. Вроде как. Так, аптечка. Дальше проходим. Естественно, прислушиваясь. Может, я найду еще что-нибудь закрытое. Так страшно, ребята. Вы, хотя я понимаю, что это только начало, но ощущение, конечно, особенно когда бежишь, перехватывает дыхание с непривычки. Надо наиграться несколько десятков часов, видимо, для того, чтобы... Можно открыть прям? Нет, нельзя открыть. Телефон перестал звонить. Блин, туда я не хочу. Так, где еще было закрыто? А, ящик. Непонятно, чем его разбивать. Ну, там дверь еще была закрыта. Мне нужно подняться, наверное, на второй этаж кем-то макар. Нет. Телефон продолжает звонить. Это я никак не открою. Это тоже никак. И то я отмычкой не открою. Низкопрофильная. Судя по всему, мне нужно идти на телефон. Звонок слева, где-то со второго этажа звонит. Так, не оставлял ли там? Ну, только дверь получается, если я ее смогу открыть. Отмычкой. А, отмычка уже минус. Так. Ну тогда давайте попробуем. Ланчик. Давайте попробуем забраться наверх как-то. Телефон явно является каким-то ориентиром, что ли. Ох, как же тяжело, мне немножко уже так подташнивает. Там ветер завывает. И стоит еще фургончик. Ладно, чисто в теории. Чисто в теории. Должен выйти на телефон. Наверх забраться никак? Не, никак. Так, что тебе удалось взять для начала? Монетка. Две аптечки. Отмычки, которые потратил. И здесь ты нашел отмычку. Вообще не густо. Видимо, я что-то где-то пропустил, явно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Звонок явно на втором этаже. Давай в прачечную вернемся. А, тут зазвонил телефон. Кто говорит? You did good, Ethan. Zoe, right? And what the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Центральный зал. Oh. And that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Ну, есть Зоя, которая нам периодически названивает. Не сказать, что ее навязчивость как-то нервирует. Скорее наоборот, хоть какой-то контакт есть с адекватным человеком. Она меня направила в главную залу, но, к сожалению, не сказала, как мне, собственно, открыть эту дверь. Но, видимо, мы поговорили. 150 рублей, сообщает Миша. Да. Спасибо за стрим. А-а-а. Как всегда на высоте. Ага. Но что-то как-то ссыкотно. Ага. Повторюсь, и со стороны, как бы, когда вот в демку Resident Evil мы играли, это вообще не то. То есть мы...
с улыбкой на лице наблюдали за человеком, который сидит в шлеме. И если ты сам не сидел, ты не понимаешь, а что такого вообще, думаешь ты? Что тут такого страшного-то? Совсем же не страшно, скажете вы. Хрен вам, отвечу я. Попробуйте сначала. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: «Привет, сделай перерыв минут 10. С непривычки довольно сложно сидеть долго». Блин, ну как открывать-то? Так, а что у нас тут в конце концов? Бену Ус активировал премиум на ваш канал. Дверь, конечно, серьезная. Нужно, может, монетку вставить? Что там вообще на ней? Старая помятая монета. Это описание этого. Дверь из центрального зала. Предметы объединить. Может, открывается каким-то не ключом, а чем-то вроде рубильника. Что я здесь даже не вижу отверстия под ключ, понимаете? Не вижу я его. Чисто теоретически, что это может быть? Ну, самое простое — это лампа, какой-то рычаг, который я пропустил. А, еще же у нас было безумный муж и его жена, которых я видел. А, так он постарел. Вы его не знаете, у нас такое чувство, что он козел. Это один из сыновей, видимо. Которому руку отдербанили. Кстати, может быть, мне нужно осмотреть внимательно именно зал, где они ели. Потому что там все уже перевернуто вверх дном. И вполне вероятно, там что-то будет. Столовые приборы. Столовые приборы. Так, а в... Фриедон бот активировал премиум на ваш канал. Еще я был и, возможно... А, вон! Резиновый сапог. Чей туфля? Что? Эвелина, и стучит кто-то. Как-то стук-то я в прошлый раз и... Ой. Are you fucking serious? Hey, you! Мужик! Негр! Тоже неплохо. Come on, back up. Коп. Sir, do you live here? I mean, is this your property? Нет! Me, no. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons late. You understand. I gotta get out of here. I calm down. Calm You're not down. Listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself okay. may not be involved. В участок right. меня забери, умник. I'll tell you whatever you want. All right. Now, that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. Ну, конечно, даст мне. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Серьезно, так просто негр на пушку развел? A fucking pocket knife? Here. Take it. Ну, ленту тогда мы разрежем просто. Now go, garage, now. Что этот негр себе позволяет вообще? What am I gonna do with a knife? Ставить законы. С ножом, что с ножом? Слушай, с ножом. Не оставлял ли я позади что-нибудь, что с ножом может открыться? Не оставлял. Просто попробуем оставить патроны. Нет, я мог оставить что-то сзади.
Пом-пом-пом-пом-пом, вспоминай. Вспоминай, ну бас. Вспоминай, значит, там ничего, это ничего. Под... Ржавая монета в подвале. Выход, прачечная. Нет, вроде ничего. Синерлинг активировал премиум на ваш канал. Жми, бобер. О, тачка. О, прикольно. Убери нож, не травмируй. We gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Hey, put that door back. Put that door back. Псих ненормальный. Нет. Нет. Твою мать! Нет. Блин, беги. Беги, Михаил. Перезаряжайся, ну бас. Хладнокровно, хладнокровно в голову ему, скотине. Иди сюда, сука. На. Ой, это топор! Топор это! Блокировать топор, по-моему, идея. А! Нет, 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 нет! Да, вот момент с топором я пропустил, что-то вообще... Возможно, его надо пырять ножом, пока он с лопатой. Посмотритесь в гараже, возможно, что-то пригодится в схватке, окей. Ну, что-то пригодится. Пистолет я сразу нашел. Ой, меня еще развернуло опять. Hey, да, нарезаю вокруг. Да, я понял. Я думаю, что ты умрешь. Откуда он появился, интересно? А, ну ясно. Чего? Давай попробуем с ножичком сложить. А, нет, у него сразу эта штука. У него сразу. У него сразу топор. А что мне может пригодиться? Ключ. Что нужно вообще? Ключ от чего? Тихо. Прикольно, что его не останавливают выстрелом в голову. Да как попал-то? Не забывай про птичку. Перезаряжайся. Ой, хорош, Миша, хорош! Нет.
кажется, надо просто сюда заходить и зажигание включать. Можно, нет? What? Твою мать! Что там сделать нужно? А можно аптечку? А все, да? Чувак, я не верю, что все. Мужик, ты будешь умирать или нет? Как это? Где это моя рука? Не надо было патроны тратить, я полагаю. Он не убивается. Так, наверх забираться. Так, там что-то лежит еще вроде. Патроны, кажись. Окей. Эх, негры всегда умирают первыми. Это классика. Может, ты заберешься? Да твою. Go ahead, your attention, boy. You're about to see some more. Fuck! А в прошлый раз я тебе по мозгам не это самое не стрелял, да? Ой, ребят, тяжело, конечно. Сейчас, надо проветрить здесь. Не хочу очки снимать. Хотя хочу, но я хочу удержаться как можно дольше. Так, ребята, мы с вами продолжаем. Душераздирающая, конечно. Игра, эффект от VR. Сумасшедший просто. С непривычки вообще. Опа. Это очень похоже на статую, которая, ну, по крайней мере, в той же самой стилистике, что и дверь. Статуя быка. Возможно, ее надо будет прикрепить к... Ну, вы поняли. Поставить. Ух. Падения тоже такие. С эффектом. Был стол, еще стол. Прикольно. Так, что я еще не...
мог пропустить. Я мог скрафтить еще, кстати. Не так. Готово. Еще одну аптечку сделали. Одна аптечка, да? Одна аптечка, ключ от зажигания. Ключ от машинки, точнее. Ложки-вилки ни о чем. Ну да, судя по всему, дверь надо открывать просто. Не факт, что тут придурок. Мертв. Так, а это у нас что, гостиная, да? Центральный зал. Центральный, мать его, зал. И музыка пошла. Так. Что можно сказать? Стреляй в меня, стреляй. Shoot me, shoot me. Так. Порох. Что, неужели мы крафтить патроны сможем? Древняя монетка. Фух. 5:25. Алло. Did my daddy give you a hard time? That's your father? Нет. He used to be. А, когда-то был. Видимо, она из тех, кто здесь был. He's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Выберись из дома, найди ключ, если потребуется. Поговорим потом. Окей. Еще стук часов. Здесь вот на стенах тоже. Все очень атмосферно. Очень атмосферно. И в... Тут папа... Ага. То есть нужно аналогичный ключ сюда собрать, чтобы выбраться. Это уже на улице? На улице уже. Тут самая основная часть разработки, вот, ну, по крайней мере, те акценты, которые можно уже сейчас выделить, это не в какие-то там спецэффекты в привычном понимании, это не какой-то витиеватый, там, не знаю, сюжет или... какая-то нелинейность. Тут как раз с точки зрения геймплея все достаточно линейно. Но атмосфера, внимание пристальное к деталям, несмотря на то, что со стороны кажется, что здесь довольно простая графика, но вот совокупность деталей, эффекта от VR, звуков, музыки, оно... создает, дает вот этот вот эффект погружения. Мало того, что... Что там? Похоже, замочная скважина. Мало того, что твой мозг, как я уже говорил, маятник от часов, очень легко и сразу обманывается благодаря VR. Создается эффект присутствия. Он еще очень серьезно дополняется окружением, вот тем, что звук там слева, справа, сзади, всякими эффектами. Так, капитан, за 2 года пропали без вести более 20 человек. Капитан Хауэлл из полиции штата сообщил репортерам о начале поисков Хелен Миткеф, студентки колледжа Северной Каролины, которая направлялась в Луизиану. Последний раз ее видели вечером 21 числа этого месяца. Последние 2 года резко возросло количество сообщений о пропаже людей на юге Луизианы. Ну, понятно, что они следят. Читают о своих... Вот обычный звук. И ты сразу настораживаешься. Так, хорошо, что мы видим, что мы знаем? Ничего мы не видим, ничего мы не знаем. Сейчас будем осматриваться дальше. Так, это проектор. И сюда можно поставить что-то на пьедестал, да? Может быть, маятник? Living room.
записочка. Очень странная тема. То есть можно любой предмет. То есть я реально любой предмет могу поставить. То есть вообще самый дебильный, да, даже ключ, например. Понятно. Ну, то есть тут должна быть фигурка, судя по всему, орла, да, которая как бы, ну, вот, недостающая часть. Ее как-то совместить с Sky Hunter. Картина под названием «Охотник в небесах». На ней изображена собака, которая смотрит вверх и лает. Понятно. Понятненько. Это с черепом, мадам. То есть, внимательно сейчас. Да, и еще, что примечательно, сам жанр, наверное, это ему надо сказать спасибо, тебя обязывает внимательно относиться к мелочам. То есть ты не должен пропустить там ключ, должен помнить, где какой замок. Ты. То есть ты не можешь просто взять такие эге-гей, пробежим сейчас, ничего страшного. У-ху! Тебя заставляют вникать. Дробаш! Беру! Ой. Так, если я верну, очевидно, может я ему вместо дробаша что-нибудь подсуну, аналогичный вес, например, тот же самый маятник. Не подходит. Ну, слушай, я не знаю. Либо дверь заблокировать предварительно, это самое правильное. Либо взять... Да, серьезная конструкция. Может... Сюда попинаем какой-нибудь стульчик. Стульчики же двигались другой. Я понимаю, что это вряд ли предусмотрено механикой на этот раз. Эти все стулья не двигаются. Но, скорее всего, может зонтик поставить ему вместо дробовика. Что-нибудь... Ну, зонтик подходит по форм-фактору, но не подходит по тяжести, да, так скажем. Что мне есть хорошего? По тяжести ничего не подходит. Надо подниматься наверх, пытаться найти что-нибудь. Биту какую-нибудь, не знаю, бейсбольную. Или бабушка. Опять ты здесь? Как тебе? Здоровье-то, родная. Все в порядке у тебя? Бабуль. Самая же неактивная, да? Ё-моё. Мне кажется, я хобби папочки. Мне кажется, что я сюда пришел. Дверь закрыли. Тут не открыть. Замок змея, настоящая змея, между прочим. Так, давайте-ка я пройду в соседнее. Вообще нужно карту посмотреть. Детская комната здесь. Да, главная спальня и склад. Мне кажется, что надо сначала идти в более такие тупиковые темы, если, конечно, открыт там замок висит, насколько я вижу. Фотографии Эвелина. Которая моя... О, с Бессой сидят, смотрите. Наш катан. И закрыто, похоже. Да, то есть выбора у меня, получается, нет. Я должен идти направо. Желание, если честно, немного. Идти направо. Дробовик я взять не могу. Может, скинуть, попробовать эту? Вешалка туда. Нет, вряд ли. Скорее, там нужно что-то ему в руки поставить вместо... Чего у меня пока еще нет. Блин, я вот если бы в реале это было, я забрался вон туда, сиганул бы вниз и побежал бы просто. Хотя это было ошибкой, потому что там кто-то ходит. С фонарем.
Так, вижу, что можно с ножом этот ящик немножко порезать. Так а что это? Как мне открыть-то? Или я не могу типа больше определенного количества носить? Нет, он должен расширяться по сути. А зачем мне этот контейнер? Что-то я не пойму. А, тут видимо нужен еще один ключ, сори. Я туплю. Так, завалены. Это как раз вот спуск на второй этаж. Можно запилить, наверное, порох с эпоксидом можно сделать. Патроны сделают. Нифига себе. 22 патрона. Нет! Дурак. Я хотел проверить, могу ли упасть или нет. Вы знаете, могу. Могу. Ой, что-то здесь блестит. Показалось? Да, это отсвечивал этот. Ладно. Заодно проверим, могу ли я скинуть полку. Не могу. От вот от этих резких поворотов так голова кружится. Жесть. Просто вот... Ты не относишься к этой картине как чисто к графике. Тебе кажется, что твой организм поворачивается. Ну, то есть ты поворачиваешься сам. Но из-за того, что ты не испытываешь тех ощущений, которые должен испытывать при повороте, это как в VR на американских горках. Та же самая тема, что ты в горках вверх-вниз, тебе организм как бы подсказывает, что ну, ощущения вызываются такие, как будто ты поворачиваешься. И тут, вроде как ты резкий поворот осуществляешь, вот именно не головой, а вот такой вот. И все, у тебя в мозгу какая-то несостыковка идет. Вестибулярный аппарат начинает подводить, потому что, видимо, это неестественно. Неестественно, что ты видишь поворот, но не ощущаешь никаких физиологических... ну, я не знаю, как это с научной точки зрения объяснить. Наверняка есть уже какие-то исследования на этот счет. Но смысл в том, что... очень непривычно. И... ёпарасите. Твою налево. Главная статуэтка. Это интересно. Может быть, она подойдет вместо... вместо дробаша, хотя сомневаюсь. Пистолетные патроны еще в количестве. Вообще лучше пистолет, наверное, юзать. А... о, древняя монета. Ой, древние монеты деревянные. Дурак. Шутковато. Очень, очень жутко. Господи, как же все отвратительно. Согласен. Прям вот в точку. Да, твою мать! Твою налево. Так, деревянная статуэтка. Думаешь, что можно сделать? Деревянная статуэтка. Деревянная статуэтка. Блять. In a word, means you're fucked.
Так, ты взял деревянную статуэтку. Деревянная статуэтка. Еще есть одна неоткрытая дверь, которая без замка. Это в его сторону. Есть еще несколько дверей с ключами. Есть еще проектор с вороном. Давай, Михаил. Это все не по-настоящему. Сука, ну я же не это самое, я же вижу, что... Я могу себя убеждать, сколько влезет, что это не настоящее. Но чисто на физиологии меня мозг мой обманывает. Говорит, родных не выбирает. Слышал, небось? Я не уверен, что вообще туда сюда статуэтка зайдет. Мне прятать тут нужна. Это ерунда полная. Слушай, на что она похожа? Вообще-то, если честно, на какой-то двигатель или механизм похоже. Деревянная статуэтка, вспоминай. Вспоминай, деревянная статуэтка. Деревянная статуэтка. Деревянная статуэтка. Мне ищет сверху. Так, а может мне его убить просто? Чего? Какие проблемы? Че этого сучка бояться? У меня патроны есть. Бабушка тут исчезла еще. Двери не открывал. Маргарита, перемести мерзкого хиппи, которого мы поймали из зала, в зону обработки. Can't hide from me, boy. Сообщает надвигающийся бой несколько лет назад перед патрульным советом последствия бой на земле и теплой крыши. Видеокассета. Come out, come out, wherever you are. Thank you.
It won't be long before I find you and kill you. Так, надо отсюда выйти как-то. Ориентируюсь. А, этот видак еще можно посмотреть его. Самое время, блин, посмотреть видак. Все. Блин. Мия. Итан, пожалуйста, посмотри это. Июль, 19 число. Ну? Итан, если ты найдешь это... Так. I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Ребята, готовьтесь. Кирпичи incoming. Там какая-то еще девочка. Свечи задуваются. Какая грязь. This, except open my home and feed you. I don't understand you at all. This. Двери сами закрываются, бесит. А, тут уже проекция с пауком. What you want to do with that boy, Ethan? No, no, don't come over here.
Ну иди сюда. Так, нет, это была не скриптовая тема. Что же от меня хотят-то? Там, возможно, можно было спрыгнуть. Сейчас, подождите. Резкий разворот. L назад и... Короче, вот что нужно делать. L назад и 0. Так вот. Понятно, надо взять на себя, на заметку. Ой, уже. Спрячься. Зачем там? О, нифига себе. Горелочка. Почему я не мог ее взять? Может, за дверью лучше спрятаться? I know you were scared. Think I don't know what you want to do with that boy, Ethan? Мне кажется, здесь лучше прятаться. Ядовитый хищник. Так. Почему эту штуку не могу использовать, блин? Тупик здесь. Тупик, лес дремучий. Возможно, мне надо идти было за ней потихоньку. Ой, такая грязь, ребята. У меня уже так откровенно кружится голова. Уже открыто. Да, тут предметы нельзя юзать. Надо за ней, короче, идти. Хотя света там три. Она там сидит, наверное. Давай проверим. Не получится? Не получается заглянуть. Да, она с светильником там стоит. Да твою медь! Серьезно!
Возможно, не надо было, пока она не прошла, пройти туда. Пока она была далеко, проскочить в дверь. Была такая возможность. Сейчас мне идти некуда. Ладно, пробуем отдаться. Не открывается. Не, не должно быть такого. То есть все-таки где-то что-то можно сделать. Где-то все-таки что-то можно сделать. Может, я реально повертеть как-то? Так-то толку. Даже по форме не подходит. Хотя нет. По форме как раз можно его совместить приблизительно вот так вот. Так приблизительно. Если ты поддержал ваш канал на сумму 50 рублей, сообщает Паук. Что? Я не понял. Надеюсь, там у вас все хорошо, ребят, потому что я... Я тут в своем мире. Вообще полная темень. Может, это на будущее, типа, когда будем продолжать игру, будем, по крайней мере, знать, что это за место, что с ним делать. Блин, реально, нечего здесь делать. Я, наверное, все-таки должен был зайти за ней. Успеть проскочить именно туда. Потому что сейчас, ну... Куда ни глянь, везде тупик. В окно. И не ударит никак. Не открыть. Дверь тоже закрыта. Ладно, давайте на этом остановимся. Фух. Интересно, я хоть часик продержался. Ой. Ай. Ах. Наверное, если видно, что у меня канал, лицо потное все. 50 рублей сообщает. Паук, паук, паук. Ох. Зачем он почти сделал, но забил? Паука надо было составить, да? Да. Ой, какая грязь вообще. Ребята. Почти три часика. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Миша, жесть. Не шути с вестибулярным аппаратом. Сделай паузу. А то градус треша рискует подняться. Сделай паузу. Пообщайся с чатом. Раздай фыв за спойлеры. Пек. Только сегодня Витя сказал, что там пока скидывал видео, как чувак после VR в обморок падает. Тоже нон-стоя играл. Не знаю, сколько он играл. Вестибулярка подвела. Просто взял чувак и свалился. Так плавненько осел просто. Ой... Ладно, давайте паука совместим. Не, я буду здесь жить. Блин, лет через 15 будет же вообще жесть. Если они научатся... Если привыкнут люди играть вот таким вот образом. Если еще от контроллеров классических избавиться. Если миры сделать побольше. Все, тут можно просто конструировать... Люди не будут выбираться отсюда, если решить некоторые проблемы. Так, ладно, паук.
Вот он, вот. Паук, только перевернуть его надо. Вот он. Соответственно, в той... Ну, нет, надо как-то, наверное, сначала основу соединить. А, я понял. Понял. Тогда чуть наверх. Нет, не чуть наверх. Надо угол поменять, под которым... Вот скорее... Скорее вот так. Не совмещается он так, как хотелось. А, он так только по одной оси настраивается, да? Я не знаю, нужно все перекрыть или нет. Вообще, по-хорошему, нужно вот... Вот так достаточно точно. Может, мне нужно... Фотос поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Паук нажать. Что еще раз? Так, допустим, мы совместили. Точно совместили? Нет, вообще не точно. Он сбрасывается, если... Поддержал ваш канал на сумму 55 рублей и сообщает. Микер, закупи драмину и церукол. Лекарства недорогие. Поддержат вестибулярку. Что ж ты будешь делать? Паук довольно точно заходит. Но он не совпадает... Он не совпадает по основному контуру. Как будто его надо немножко перенести. То есть я его могу... Инверсию сделал. Вот так вот. Нет, вот так вот. И вот так вот. Не, он все-таки меняется. То есть как-то его можно точнее по контуру настроить. Локи 7 поддержал ваш канал на сумму 50 рублей. Да, и Паш, привет еще раз. Прожми кнопку. Когда прожать кнопку. Ой, реально кнопку прожимается. Что, продолжаем тогда? Да стало как-то полегче, конечно, после... Это я не бегал просто давно. Двигаемся. Так. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. You! All you have to do is accept her fucking gift! Поддержал ваш канал на сумму 50 рублей и сообщает, если б мне давали доллар каждый раз, когда я тут... You hear me?
Короче, надо уходить. Надо бесконечно не искать. Так, нужно найти что-то, какую-то механическую деталь, явно. Шестеренка, рычаг, что-нибудь. Ой, черт, я попал. Where do you think you're going? Охрененное кинцо. Парабам, ачивочка. Не забываем, что я еще стою сейчас в комнате, вокруг которой ходит этот тупырь. Можешь как-то выйти? Что-то не получается. А, загрузка что ли идет? Так, нам нужно поставить деталь, эту деревянную, действительно. О, все, наконец. What did they do to you, Mia? Так, хорошо. Мысль была правильная на старте. То есть, вот, в очертания, только надо перевести его в обратную, короче, сторону, на 360 где-то вот так, раз, два, и вот так вот, да? И перевернуть. И перевернуть. Похоже, уже похоже. Да, любопытно, кстати, как им удалось с таким весьма примитивным развитием. Ну, хотя как примитивное, это мы думаем, что они не очень маньяки все. А между тем у маньяков наверняка интеллект повыше среднего. Ну, в среднем. Потому что как раз серийным убийцам нужно думать для того, чтобы не попасться. Продумывать все тщательно. Так, там летучая мышь просто при... О, венечки! Нет, это ворона, ворона там. Ворона была. Так, берем патроны. Берем порох. Мать.
Что покрафтить можно? Ничего нельзя покрафтить. У меня пороха нет. Так, вот сейчас есть эпоксид. Можем покрафтить... А не, у меня порох как раз есть. Патроны крафтанули. 44 патрона! Сколько можно маньяков уничтожить 44 патронами? Правильно, много. Так, тут закрыто. Причем ворона двуглавая, я только сейчас обратил внимание. Вот развелось. Ворон. Так, схрон. Вентилятор. Что это такое? What? Не вижу. Ладно, окей. Похоже, все те, кто пропал без вести. Подгрузились текстуры, теперь я увидел. Бомби поддержал ваш канал на сумму 50 рублей, сообщает Миша. Да. Некоторые ящики можно ломать ножом. А, точно. Я же забыл про то, что... Мне топор-то отобрали. Похоже на детский рисунок. Мия. Да, точно. Ну, в частности, деревянные можно ломать. Я же топором ломал. А после того, как мне его забрали, я... Вот эти вот можно менять, точно. Что ты сделал? Я путаю кнопки. Вот она. Хорошо, но здесь вроде бы тупичок. Короче, ищем ящики, которые замотаны синей изолентой. Это знак, что их можно ломать. Двигаемся дальше. Сразу с пистолетом. Ой, да ладно, это что такое у нас? Сразу The Last of Us вспоминается. Слушайте, я так третью часть жду. Если она бы еще в VR была. Хотя бы одна. Вот! Да твою мать! Так, кайте. Помни, аптечка, значит, по голове, поворот на 180 градусов. Считай. Ага, он чаржится и бежит вперед. Да беги ты! Как неудобно на... Три... Четыре... Четыре, перезаряжайся. Что, все, что ли? Я не верю. С какой-то бородатый мужик... Я не верю, но проверять не буду. Нафиг надо. Так, что у нас по... Аптечка еще есть, но использовать ее, конечно же, не буду. Так, разворот. Как разворот? Разворот? Нет, ну... Назад и О. Понял. То есть отмена и назад. Еще один нарост. И еще один. Да, проверим. Нет, этот ящик не обмотан синей изолентой, поэтому не поддается. Могут сзади появиться, да? Блин, ребята, вообще я в
шоке просто. Ты веришь в это. Просто веришь. Еще в наушниках звук такой, что я только гул от своего голоса слышу. Возможно, это тоже влияет. То есть любой шорох, он тебе... Это сейф. Но я думаю, что 3 плюс часа для первого раза не самый плохой результат. И можно с чистой совестью сохраниться. Ладно, друзья, я буду переваривать. Спасибо за то, что смотрели. Если у вас есть пожелания по поводу второй части трансляции, ну, типа, там, вы перенести вебку, сделать там звук по-другому, там, что-то с графикой, может, вы хотите еще, оставляйте, пишите письма, пишите личные сообщения, оставляйте в комментариях к трансляции. Мне реально на сегодня хватит, потому что я уже успел дважды пропотеть. У меня несколько растерянный вид должен быть, потому что я себя так и чувствую в прострации некоторой. Легкие мурашки по рукам. Но мне понравилось. Ой, Кузя, привет. Пульсометр, да, пульсометр, кстати. Я пытался. А, вот, если кому-то удастся найти, найти драйвер на пульсометр Heart Rate Monitor 2101, Heart Rate Monitor, будет с пульсометром. Я написал уже производителю, написал продавцу, но мне все молчат. Heart Rate Monitor, он на диске у меня был, а в интернете я его не нашел за полчаса до начала трансляции. Ой... Ну что, спасибо вам за внимание. С вашего позволения я на сегодня все. В XCOM продолжать не буду. Пойду заливать запись. А, да, если у кого-то есть модель пульсометра на покупку, желательно в Белгороде, который прям вот выводит в реальном времени значение, то, пожалуйста, скиньте тоже на мыло, например, miker@goodgame.ru. Буду благодарен. Может, удастся оперативно приобрести. Ну все, хорошего вечера. Не к ночи, конечно, будет сказано. Спокойной ночи вам после всего. Я постараюсь сейчас выпить винца и поспать после этого, спустя часик. Нормально, мне понравилось.